сейчас хочу вернуться вот к теме лекции, так сказать, можно, да? Значит, тема лекции сегодня, так сказать, начало, по крайней мере, начало мы посвятим так называемым квантовым резонансам. Дело в том, что в отображении Чирикова, в его квантовом варианте, есть некая дополнительная физика, которая отсутствует в исходном классическом варианте, и она связана, собственно говоря, с наличием волновой функции фазы. Вот если посмотреть на оператор вращения, то этот оператор вращения у нас фактически, так сказать, приводит к набегу фаз для разных компонентов волновой функции, так сказать. Но если посмотреть на нижнее, так сказать, выражение, то это, эти компоненты, так сказать, дополнительная фаза пропорциональная квадрат, ну и в принципе при достаточно большом n и каком-нибудь значение t, которое при любом, почти, практически любом выборе значения до параметра t, эти фазы начинают достаточно быстро разбегаться, и в конце концов, так сказать, фазы соседних компонентов, соседних пары, например, компонентов, могут оказаться достаточно не скоррелированными. Но это все будет не так, если t принимает некоторые специальные значения. Первое, что бросается в глаза, что если t у нас равняется 4π, то в силу того, что n у нас целое, любая набегающая фаза, вот, в конце концов, в момент кика будет одна и та же, так сказать, для разных компонентов. Это будет просто кратно 2π, или же фактически, так сказать, этот множитель всегда будет равен единице. Вот в результате мы что получим? Мы в результате получим, что из последовательности операторов кика и вращения у нас останется только произведение операторов толчка или кика. И фактически это будет означать, что вот результат действия на волновую функцию, он будет сводиться к тому, что наши что последовательные толчки будут суммироваться генетным образом, и в конце концов, так сказать, фактически эта система будет быстро набирать энергию. Вот. Ну, я теперь, как говорится, перейду вот после такого пояснения, собственно, к началу нашего раздела о квантовых резонансах. Вот, здесь как раз вот конкретно показано, что у нас фактически, так сказать, эволюция будет определяться оператором толчка или кика в степени t, где это дискретное время. Вот. И каждый из толчков сдвигает импульс на величину в единицах n. Примерно k малое, так сказать. То есть фактически, так сказать, в данном случае эти толчки действуют в одну сторону, и поэтому суммарный импульс, набираемый за время t, будет пропорционален k на t, и, соответственно, энергия будет квадратично расти со временем. Вот. Это явление, так сказать, квантового резонанса, оно не имеет аналога в классическом пределе и является, так сказать, следствием исключительно того, что, так сказать, у нас волновая функция имеет фазу. Вот. Впервые оно было обнаружено Шутельянским Израилем, вот. И они также показали, что на самом деле эти резонансы возникают не только тогда, когда t равняется 4π. Но в любом случае, когда t равняется 4π, умножено на любое рациональное число. Вот. Но вот, фактически, так сказать, если вы выбрали параметр в таком виде, то вот, после какого-то количества киков, вот, ну, в зависимости от
величины, от конкретного значения чисел по ИКУ, у вас через какое-то время, так сказать, начнет энергия расти квадратично со временем, и, собственно говоря, если сообразить, что рациональные числа в значениях для параметра t всюду плотны, то понятно, что в какой-то степени, так сказать, мы должны эти резонансы чувствовать почти всегда. Но так или нет, это мы сейчас поговорим. Вот, на самом деле, так сказать, некое, так сказать, понимание, почему же мы все-таки видим локализацию, так сказать, и почему эти квантовые резонансы ее не разрушают, по крайней мере, за те времена, на которых, так сказать, ставились численные эксперименты, так сказать, это было выяснено вот в работе Соколов, в которой я также участвовал, так сказать, в 2000 году, на самом деле. Вот. Но конкретно было выяснено следующее, что на самом деле вот область резонансов действительно достаточно интересная область. Сами резонансы, они отвечают квадратичному росту энергии со временем. Но если чуть-чуть отстроиться, то этот рост прекращается. И в принципе в окрестности такого резонанса возникает фактически подавление хаотического движения, то есть фактически, так сказать, возникает область регулярного движения, где можно, в частности, так сказать, убедиться, что движение вполне устойчиво, так сказать, и более того, построить достаточно быстро сходящуюся теорию возмущений, которая, так сказать, в которой параметром является отклонение вот значение t от резонанса, вот, то есть от рационального числа. Вот здесь на самом деле, так сказать, в самих вот дьявол кроется в мелочах. Вот сейчас мы об этом как раз и поговорим. Вот, то есть первое, что, как говорится, мы с одной стороны довольно быстро построили теорию возмущений для главного резонанса, который отвечает q равном единице, потом для резонанса с q равной двойке, то есть это 1/4, там pq, либо 3/4. На самом деле эти две точки оказались эквивалентные. И затем построили и для, ну, еще для двойки построили. Короче говоря, на самом деле строительство этой теории возмущений вблизи конкретных выбранных рациональных чисел достаточно непростое мероприятие, и сложность его быстро растет с ростом знаменателя. Но правда, численное, так сказать, исследование, так сказать, конечно, это речь идет об аналитической исследований, так сказать, поведения этой системы. Но вот численное моделирование показало, что вот внутри, скажем, основного резонанса, на самом деле, так сказать, если даже ждать достаточно долго, есть некоторая область, в которой действие вышележащих резонансов просто подавлено. То есть на самом деле, так сказать, вот вблизи каждого вот из этих резонансов возникает что-то вроде островка устойчивости, и в принципе, так сказать, скажем, построить теорию взаимодействия двух квантовых резонансов нам так и не удалось, но тем не менее, так сказать, численный анализ показал, что вот, во-первых, так сказать, есть интервал, в который интервал расстройки, в котором теория возмущений быстро сходится и дает надежные результаты, и есть границы, за которые, так сказать, фактически все махом рушится, так сказать. То есть фактически теория возмущений имеет вполне конечные и достаточно хорошо ощутимые границы. Это получается, что некоторые равнее, некоторые равнее.
Да, да. Я бы сказал так, что есть рациональные числа, которым не повезло оказаться вблизи, скажем, рациональных чисел с малым знаменателем. Вот так. Но в принципе, так сказать, на самом деле, так сказать, уже потом при долгом моделировании, так сказать, было обнаружено, что на самом деле численно вот, анализ показал, что в принципе по-видимому, резонансы действительности сильно подавляются вот в области, так сказать, устойчивости, но подавляются, но не полностью. То есть они там могут прорастать, допустим, то есть критерием является что, допустим, сравниваем знаменатель с одним и тем же Q, резонанс с одним и тем же Q, но с разным P. Один, допустим, находится внутри области устойчивости, более, скажем, более основного резонанса, то есть более низшего резонанса, а другой, допустим, находится за пределами. Ну, с меньшим Q, да. И выяснилось, что на самом деле, так сказать, при прочих равных, так сказать, в области устойчивости низшего резонанса, так сказать, время, когда проявляется, так сказать, наличие вот этого резонанса с одним и тем же много больше оказывается, чем резонанса, лежащего за пределами островка устойчивости. То есть, на самом деле, так сказать, здесь достаточно широкие островки устойчивости есть, которые удалось более-менее хорошо изучить. Это при Q равном единице, двойке, четверке, тройке. Но там с ростом, скажем, требовалось все больше на более-более дальние времена уходить. Ну и, соответственно, так сказать, в 2000 году ограничивалось достаточно серьезно мощностью компьютеров, которые тогда еще, так сказать, были примерно на два порядка слабее, чем нынешние, так сказать. А физически это регулярное движение, как оно выглядит? Регулярное движение, оно выглядит, в принципе, оно выглядит не совсем, к сожалению, сейчас посмотрю, у меня тут картинки, по-моему, не... то есть здесь... Нет, это... Понятно, что такое, что за регулярное движение, но... что оно означает? В принципе, оно на самом деле вот сейчас вот здесь вот это на самом деле тоже в какой-то степени регулярное, оно регулярное движение, но здесь просто кажется, оно сильно нерегулярное. То есть на самом деле, если мы посмотрим зависимость энергии, например, здесь выводится энергия, это n квадрат, мгновенная, так сказать, как среднее по состоянию, разумеется, как функция времени. Вот. Оно на самом деле выглядит как несколько нерегулярная функция, но с изумительной точностью, когда мы можем построить теорию возмущений, она хорошо, так сказать, описывается со всеми этими нерегулярными. В нервном движении получается, этот кик, он еще и забирает энергию, да? Но он может и забирать, конечно, потому что в фазе, все зависит от того, в какой фазе система подошла к очередному кику. Поэтому здесь, конечно, скажем, что в качестве критерия регулярности, как говорится, можно принять, это когда, допустим, мы рассматриваем приближенное описание, то значит есть всегда ошибка. Вот. Если эта ошибка становится, допустим, в качестве теории возмущения берется разложение по параметру расстройки. То есть мы когда рассматриваем наше движение, мы считаем, что расстройка малый параметр, тогда можно эффективную теорию возмущения расстроить, тем более, что она действительно зачастую очень мала.
Но если мы раскладываем, там, мы обычно, вот аналитически у нас удалось дойти до 4-6 порядка в зависимости от порядка резонанса. Вот. Ну и если для главного мы могли сосчитать практически до 6 порядка, то для четвертки мы, по-моему, только до 4 порядка дошли. Но смысл состоит в том, что вот мы добавляем следующий порядок, но движение меняется мало. То есть это означает, что на самом деле оно устойчиво. Регулярный случай. В случае, когда мы выходим за границы расстройки, там уже, как говорится, спустя какое-то количество, так сказать, тиков, там, то есть намного меньшем числе тиков, так сказать, движение начинает полностью быть не похожим на то, что, так сказать, дается точным численным моделированием. То есть, в принципе, это означает, что на самом деле там как бы махом нужны либо все, как говорится, порядки теории возмущения, но по сути дела мысль о том, что там, по-видимому, лежит какая-то нерегулярность, которую регулярность уже по расстройке, через которую мы не можем пройти. Но, казалось бы, это вот, вот здесь, кстати, показан как раз пример вот, зависимости средней энергии легко равно 4 от, от расстройки. Капа – это расстройка. Вот видно 10-6, 10-4, 10-2. Так чем область регулярная от нерегулярной с этой точки зрения отличается? Внутри области регулярной динамики вот это резонансное, так сказать, значение энергии, то есть которое связано с накачкой этой ноды резонанса вот за счет толчков, оно регулярным образом здесь видно, что практически все они лежат ложатся на некоторую, скажем, это дважды логарифмический плод, то есть на некоторую степенную зависимость, приближенную 0,168 получил симпирически на кантовую расстройку. То есть более-менее плавная зависимость амплитуды колебаний средних, так сказать, если усреднялось времени порядка 1000 тиков, так сказать. Вот. И получались сравнительно регулярные значения, которые по мере увеличения расстройки росли. Вот. Интересно, что? Интересно, что вот, значение как бы, вот, резонансное, оно с ростом расстройки падает, причем падает вот, до некоторого уровня, который заметно ниже, чем уровень, который уже, так сказать, при больших расстройках возникает, там, где область нерегулярного движения. Значит, как это можно понимать? Это можно понимать, что вот, вот здесь, вообще говоря, так сказать, дают вклад различные, так сказать, резонансы, так сказать, которые, ну, вблизи которых оказывается наша система, параметры, вблизи которых оказываются данные расстройки. Ну и поскольку здесь через разные, так сказать, резонансы мы проходим, то вот эта энергия средняя скачет. Но вот внутри области вот, где вот эта зависимость амплитуды от расстройки постоянно, складывается впечатление, что вот, влияние других резонансов сильно подавлено. Поэтому, так сказать, хотя здесь есть какие-то рациональные числа, которые могли бы, допустим, ПКО рациональные, которые формально могли бы дать какие-то здесь резонансы, но вот, попытка как-то более детально проходить вот эту зависимость нигде не выявила всплесков. То есть получается, что вот, фактически, так сказать, область регулярного движения мы назвали область, внутри которой еще и зависимость амплитуды резонансной регулярным образом бывает с расстройкой. Вот. Когда мы доходим до некоторой границы, практически, так сказать, достаточно резко, так сказать, характер зависимости начинает меняться, и вот за пределами вот этой границы уже зависимость амплитуды от расстройки становится несколько такой
нерегулярной функции. А то что на самом деле напрямую лежат. Смотрите. Вот это что? Ну да, там могут долго может, ну кроме вот этого. Вот, в смысле, вот так понимаете? Нет, ну это, в принципе, как бы некоторая переходная область, вот здесь уже как бы все выходит обычно на плато, вот так вот получается. Вот. Но вот для таких вот резонансов с Q равное четверка, равная тройка, так сказать, у нас фактически, так сказать, вот такой провал наблюдался практически всегда. Вот. Для высших резонансов, на самом деле, так сказать, картинка шла вот как-то так вот, то есть провала уже почти не возникало, просто шла как бы обратно пропорционально зависимая от амплитуды от величины расстройки, а дальше, так сказать, возникал такой нерегулярный скачок. А провал это есть регулярное движение? Нет, регулярным движением мы называли вот интервал расстроек, соответствующий интервал расстроек от точки, то есть от максимального провала до нуля. Где прямая линия? То есть, а что, по вертикальной оси здесь что такое? По вертикальной оси отложена энергия, средняя энергия возбужденной системы. То есть это средний n квадрат, фактически средняя кинетическая энергия этого самого ротатора между толчками. Она как-то зависит от времени, но мы усредняли по интервалу киков, там, толчков порядка тысячи. То есть мы выходили на асимптотику, ждали, так сказать, когда асимптотика наступит, и фактически, так сказать, изучали среднюю энергию. Она это на асимптотике сколько за один шаг даст энергии, да? Что? Вот эта энергия, это сколько на асимптотике за шаг дается следующая энергия, да? Нет. Это просто энергия становилась постоянной. То есть она от времени не зависела. То есть резонанс, конечно, если мы расстройку точно сделаем равную нулю, то по этой формуле мы должны получить бесконечность. И действительно, фактически, так сказать, картина выглядела так, если ее грубо, так сказать, нарисовать. Вот зависимость, например, это самое Е средней, которая равняется n квадрате средней пополам. Вот, сначала, то есть, допустим, мы взяли маленькую расстройку, сначала, как говорится, у нас система будет расти, энергия будет расти квадратично. Но это фактически означает, что для того, чтобы почувствовать малую величину расстройки, ей нужно, чтобы, так сказать, разница фаз, набираемая за счет этой настройки, расстройки, она стала сопоставима с единицей. То есть фактически вот это время, когда она будет выходить на константу, обратно пропорционально расстройке. После того, как эта расстройка почувствовалась, система выходила на константу, и вот мы усредняли по достаточно большому интервалу. Вот, здесь, конечно, какие-то мелкие флуктуации есть, но мы усредняли, как говорится. Вот здесь, кстати, тоже показано фактически, так сказать, при достаточно больших временах, как-то так она себя вела, вот выйдя на константу. Или, это энергия от времени, да? Это энергия от времени, да. Вот. И вот фактически, так сказать, утверждение состоялось в том, что вот есть область, где эта зависимость от такой асимптотической энергии этого осциллятора от расстройки регулярным образом зависит от величины расстройки, а потом за границами этой области, так сказать, зависимость становится либо не зависящей от расстройки, либо сильно нерегулярной. То есть, скажем, здесь расстройки не увеличили, а у нас энергия возросла. То есть, на самом деле, так сказать, уровень энергии вне резонанса где-то вот на этом уровне лежит, вот так вот. То есть,
получается, что времена порядка от времен, ну, расстояния расстройки, оно как раз и в регулярное движение входит, да? Да. Ну, здесь, конечно, вот этот график не рассматривает сам процесс вхождения, то есть это уже то, что, так сказать, в асимптотике, так сказать, получается у нас. То есть сама динамика захвата резонансом, она, конечно, развивается на достаточно больших временах, и тем больше времена, чем меньше расстройка. Вот. Поэтому, так сказать, здесь... Где большая энергия, она очень долго входит, да. А где вот самый низ, она очень быстро. Ну да, то есть в числе тиков для близких расстроек, так сказать, для расстроек 17 нулю, там число пиков приходилось ждать порядка миллиона, там десятка миллионов, то есть на самом деле... А в диффузионной стадии, то есть где вот эти константы термоэнергии, она на постоянно выходит или растет? В диффузионной стадии, пока мы не дошли до локализации, энергия будет расти линейно со временем. То есть, ну там, да, где вот случайно точки бегают, и они не растут. Да. Ну вот, на самом деле, вот здесь вот, правая картинка, она на самом деле, вот, точнее сказать, вот здесь вот у нас две кривых. Вот, одна из кривых, это вот, просто вот, отвечает вот нижняя кривая сначала. Это вот, при расстройке, лежащие внутри вот этого интервала. То есть система как-то так сначала проэволюционировала и вышла на константу, которая, так сказать, уже более-менее, так сказать, стабильно держится. Вот. Но в случае, когда у нас мы попали в диффузионную область, то на самом деле, так сказать, у нас здесь достаточно большая расстройка, поэтому сначала она вроде как вот вышла на уровень сопоставимый вот, где-то вот с этим уровнем, потом постепенно, так сказать, начинает диффузионный рост, и дальше здесь на самом деле вот этот участок, это отвечает просто квантовой локализации. Да, то есть это тот случай, когда уже, так сказать, ограничился рост именно квантовой локализации. Но здесь нет никакого поблизости вот, резонанса с малым Q. То есть так специально было выбрано, что вот, знаменатель был достаточно велик. Вот, то есть... На самом деле это действительно вот, достаточно нетривиальная ситуация, потому что количество этих резонансов, так сказать, всюду плотное счетное множество. И, соответственно, так сказать, вопрос, почему мы все-таки что-то хоть здесь можем наблюдать, это вопрос всегда интересный. Вот, значит, ну, в какой-то степени на этот вопрос содержится ответ вот в этой картинке. Здесь фактически отложена в зависимости от величины Q скорость роста резонансной составляющей. То есть мы выделяли вот ту составляющую, которая пропорциональна квадрату времени. Что такое резонансная составляющая? Резонансная? R от Q, да? R от Q. Это фактически, так сказать, вот, если мы вот, имеем выход на какой-то резонанс, то сначала идет, как говорится, вот рост квадратичный. Вот этот участок квадратичный. И вот этот квадратичный пропорционален дельта квадрата. И вот коэффициент пропорциональности фактически, так сказать, это и есть R. Ну и если, скажем, на резонансах низкого порядка, так сказать, у нас этот R достаточно велик, и мы за разумные времена счета получали достаточно быстро проявляющийся резонанс, то с ростом, как говорится, видно, что очень быстро падает вот этот показатель роста, то есть фактически
порядка там, тысячи, это максимум, что удалось каким-то образом померить при временах счета, порядка 10-7 толчков. Вот. То есть, по сути дела, так сказать, мораль из этого всего анализа какова? На самом деле, действительно, эти резонансы есть. И действительно, так сказать, их много, но вот если мы берем, скажем, резонанс с достаточно с каким-то Q, то видно, что вот каждый с каким-то фиксированным Q, они занимают в фазовом пространстве область вместе с этой областью как захвата, по сути дела, так сказать, в области, которая, так сказать, отвечает, внутри которой, так сказать, они действуют, то вот относительно доли этой области, так сказать, фазовое пространство быстро падает с ростом. Поэтому фактически, так сказать... То есть настройка очень маленькая, чтобы попасть туда. Да, попасть, их много, но попасть именно в область, где этот резонанс действует, все сложнее и сложнее, чем выше. Ну и, соответственно, еще вот, важным моментом является то, что вот очень, как говорится, быстро падает и скорость нарастания, величина, ширина резонанса и вот скорость нарастания, они, конечно, по физике между собой более-менее связаны, поэтому понятно, что здесь получается, что вот резонансов много, но вот доля их вот влияния на динамику, так сказать, все-таки достаточно быстро падает, так сказать, с ростом вот. Но что это вот, результативно означает, что на самом деле, так сказать, можно выбирать разные степени хорошести или плохости, так сказать, значения для параметра t, и там, где вблизи несколько резонансов, всегда можно выбрать несколько резонансов, можно выбрать такое значение t, что вблизи окажется несколько резонансов с сравнительно небольшим значением u. Такие эксперименты тоже были проделаны, там Чириков, Казати и еще там соавторы были. Вот, они фактически, так сказать, получили такую картинку, что вот, зависимость этой самой средней энергии от времени имела такую как бы ступенчатообразную, так сказать, ступенчатообразный вид. То есть фактически смысл этой картинки состоял в том, что на малых временах чувствуются те резонансы, вот, у которых наиболее велико, то есть область их захвата достаточно велика. Дальше, так сказать, если подождать, то начинают прорезаться резонансы с большим Q, так сказать, но, и, вот, под, но это, скажем, здесь со следующим Q прорезался резонанс, здесь еще со следующим Q. Вот, единственное требование, что эти все резонансы, они слишком близко не должны лежать друг к другу в пространстве T, потому что когда они слишком близко будут лежать, то просто более старший резонанс будет подавлен более, так сказать, резонансом более низкого, так сказать, уровня. Ну и фактически, так сказать, есть такие, скажем, сценарии, в которых на самом деле последовательно ощущаются там, со временем все более и более, скажем, глубокие резонансы. Ну и в какой-то степени, так сказать, было предположение, что на самом деле диффузия может как-то быть связана, именно такая вот диффузионный рост может быть связан как раз с переходом от одного резонанса к другому, но, похоже, это не совсем подтверждается, поскольку, так сказать, доля этих резонансов с ростом Q все-таки падает. Вот, что касается этих квантовых резонансов, это скорее специфика вот, некоторая группа отображений,
которые сводятся к отображению Чехова. Вот. Но, тем не менее, так сказать, были поставлены в опытах с холодными атомами эксперименты по изучению квантовых резонансов. Действительно, там было, действительно, увидели, что они есть. Действительно, так сказать, что увидели? Ну, фактически, это холодные атомы, которые, так сказать, пролетают в поле, с периодически действующем поле, так сказать, ну и, соответственно, так сказать, там степень их возбуждения изучалась в зависимости от, от соотношения от, интервала вот этих, между этими пиками, так сказать, и другими параметрами модели, так что вот, действительно вот, возникало эффективное отображение, в котором там, параметр Т был близок к рациональному числу. Но, собственно говоря, вот, эта деятельность до сих пор как-то там экспериментально продолжается, но вот, основной бум был все-таки где-то лет 5-7 назад. Там большое количество экспериментов как раз с холодными атомами. Вот. Что мы видели? То есть мы видели холодные атомы, потому что что происходит? Ну, холодные атомы, так, но я сейчас точно не воспроизведу, то есть я знаю, я вот это, к сожалению, то есть сейчас не могу детали рассказать, было несколько экспериментов, но я вот буквально, так сказать, в это тогда уже не вникал, то есть у меня как раз в тот момент были несколько другие интересы, ну и поэтому, так сказать, точно я сейчас не рассказать не смогу, поэтому если надо, я могу сюда посмотреть и сказать так, чтобы это не получилось вранья, так сказать, в изложении чужих результатов. Вот. Но важно то, что, так сказать, было и проверено фактически то, что, так сказать, эффективная ширина или там время нарастания их падает с куба. Ну, вот, конечно, в экспериментах проверить удается только с небольшой величиной, потому что экспериментально гораздо труднее реализовывать ситуацию, когда, скажем, больше или порядка десятков. Ну, пока вот такая ситуация. Значит, та тема, к которой я хотел бы сегодня перейти, это, ну, скажем, некий круг вопросов, которые связан действительно со сравнением квантовой и классической динамики при пределе, когда вот, постоянная планка стремится к нулю. То есть, по сути дела, вопрос о принципе соответствия. Но и для того, чтобы как-то этот вопрос изучать, надо, конечно, отдать себе отчет, что наиболее адекватным подходом здесь, конечно, не может быть язык, который так или иначе связан с траекториями, потому что траектории существуют только в классике, а буквального аналога в квантовой механике, так сказать, нет. Особенно, так сказать, там, где режим глубоких квантов, там просто не с чем сравнить. Поэтому, так сказать, как говорится, отказ от детального изучения траектории, так сказать, прежде всего напрашивается по этой причине. Но есть еще и другая причина, которая состоит в том, что даже вот в квантовой динамике у нас, когда движение неустойчиво, то, строго говоря, следить за траекторией, конкретной траекторией, ее свойствами, имеет смысл лишь на временах порядка единица на лямбда Ляпунова, то есть относительно небольшом интервале времен, поскольку там довольно быстро накапливаются классики. Про классику, да. Поэтому вот, даже в классике, так сказать, конкретно слишком детально изучать поведение отдельных траекторий тоже лишено смысла. Вот, поэтому наиболее адекватным, так сказать, анализом
можно считать, что сравнение, так сказать, функции распределения в случае квантовом и в случае классическом. Собственно говоря, вот, вот остаток лекции сегодня посвящен именно вот, обсуждению некоторых предварительных, скажем, действий, так сказать, которые, ну, инструментарии, которые, так сказать, позволили бы это сделать, ну, на достаточно ясном уровне, как со стороны классического предела, так со стороны квантового предела. Но конкретно, так сказать, о модели, модель, которой мы будем заниматься, она будет фактически моделью нелинейного квантового осциллятора с периодическими толчками. Вот причина, по которой, так сказать, эта модель оказалась более трудной, станет достаточно скоро ясной, так сказать. Но я хочу сегодня вот как раз посвятить некоторое время именно упоминанию неких, так сказать, полезных для нас фактов. Для того, чтобы, так сказать, как-то пояснить исходные моменты, удобно рассмотреть гармонический осциллятор. Гармонический осциллятор, он фактически, так сказать, описывается в терминах, так сказать, наиболее интересным образом, и наглядным, и эффективным, так сказать. Его удобно описывать в терминах операторов рождения и уничтожения. Вот. Ну и где операторы рождения и уничтожения, так сказать, фактически являясь не орбитовыми операторами, тем не менее, так сказать, играют важную роль в описании этого осциллятора. Вот. Ну, в частности, так сказать, сами эти операторы являются операторами рождение, это оператор повышения, так сказать, от перехода от уровня N в уровень N плюс 1, и наоборот, оператор уничтожения, спуск на один уровень вниз. Вот. Но эти операторы достаточно просто, с другой стороны, связаны с традиционными импульсами, координатой, так сказать. Я думаю, что, так сказать, никого это не затруднит, так сказать, воспоминания, так сказать, вот этих факторов. Ну и фактически, так сказать, эта связь нужна для того, чтобы понимать смысл следующего первого шага. То есть фактически понятно, что нам, когда мы изучаем осциллятор, очень важно знать амплитуду колебаний, но и в том числе, так сказать, движение в импульсном и координатном пространстве. Вот. Вот такое описание квантового осциллятора имеет классический аналог. Там фактически тоже можно ввести похожие переменные альфа-альфа со звездочкой, так сказать, которые дают гамильтониан очень похожий на гамильтониан квантового осциллятора, только разве что вот нет альфа на альфа со звездочкой, нет там плюс 1/2. То есть нет энергии основных состояний, основного состояния, поэтому, так сказать, не укрепали. В классике просто нет, поэтому, так сказать, вид только отличается, но чуть-чуть. Вот. С другой стороны, так сказать, эти переменные альфа, они связаны с переменное действие. Вот, по сути дела, так сказать, альфа – это там, корень их действия на фазу движения осциллятора. Вот. Но, альфа и умножить на альфа со звездочкой, кстати, образуют пару канонических переменных. Поэтому, так сказать, можно или пользоваться каноническими переменными, так сказать, написать уравнение движения. Но в силу того, что, так сказать, они в классике взаимно, так сказать, контекстно сопряжены, так сказать, достаточно решить уравнение, допустим, для альфа, тогда для альфа со звездочкой результат дается так самым комплексным сопряжением. Вот. Но вот использование этого подхода на самом деле
делает решение задачи об осцилляторе, вообще очень простой, тривиальный, так сказать. Фактически в терминах переменной альфа это, скажем, любое стационарное состояние осциллятора, это просто вращение в пространстве альфа, в комплексной плоскости альфа со скоростью омега. Вот. А фазовая плоскость альфа, это по сути дела что? Это действительно ось, это координата, а мнимая ось, это импульс. Вещи, так сказать, фактически то же самое координатное импульсное пространство, только вот вместо отдельных координат P и X вот, существует общая переменная альфа. Вот. Ну, в принципе, так сказать, в квантовом случае есть еще такое замечательное явление для гармонического среда, как когерентное состояние. На самом деле, действительно, это достаточно интересно вот как раз с точки зрения квантума. Ну, мы хорошо знаем, что когерентное состояние в квантовой механике – это просто собственное состояние оператора уничтожения. И если, скажем, мы введем собственное значение, здесь я ввел в качестве собственного значения альфа делить на корень из h. Но зачем, говорится, это нужно? Это нужно за тем, чтобы у меня альфа имела еще, скажем так, в квантовое уравнение входит А на окрес умножить на h омега. Если мы фактически корень из h включим определение А или просто будем брать собственные значения соответствующим образом от нормирования, то тогда можно в классическом аналоге, так сказать, избавиться от омега, которого, конечно, не должно быть. То есть я просто хочу сказать, что вот здесь альфа размерная, а вот А безразмерный оператор. Поэтому, так сказать, фактически, так сказать, у нас можно сказать, что из соображения размерности мы выбираем такую связь. Вот. Строить когерентное состояние очень просто, так сказать, но из такого вида хорошо видно, что если мы делаем постановку, где альфа у нас умножается на e степени ОМГТ, то тогда мы получаем из когерентного состояния, которое, допустим, описывает какое-то мгновенное состояние нашего осциллятора, мы получаем на самом деле зависящее от времени решение, которое действительно описывает движение нашего осциллятора гармонического в данном случае, так сказать, как функцию времени. То есть, по сути дела, так сказать, чем это еще показательно и чем это удобно. На самом деле, когерентные состояния, они в этом смысле максимально близки к классическим. То есть, если мы хотим изучать связь между классической квантовой динамикой, это как раз хороший кандидат для того, чтобы... Ну, потому что произведение неопределенности у них минимально, независимо от времени, например, да? И они хорошо локализованы как в импульсном, так и в кардинальном направлении, как бы симметрично. И это получается как бы наиболее логичное приближение, если мы хотим, скажем, рассматривать динамику, где мы одновременно с какой-то степенью точности знаем и импульс, и координату. В классическом пределе мы их знаем со сколь угодно большой точностью одновременно. Да? Вот. Это характерно, да, свойство. То есть если я рассматриваю такие состояния, где минимально это неопределенность, то они будут вот так вот выглядеть. Да? Но, в принципе, это не единственный вариант. То есть произведение неопределенности равно минимальному значению может быть и в других состояниях. На самом деле есть состояния, как говорится, вытянутые вдоль импульса, но, как говорится, более сжатые, так сказать, вдоль координаты и наоборот. Это так называемый сквиз стейт. То есть, который, скажем, вы хотите очень большую неопределенность
вы можете допустить большую неопределенность в импульсе, но вам важна, чтобы координатная неопределенность была минимальна. Тогда вот, вам подойдут состояния, скажем, вытянутые, например, вдоль импульса, но сжатые вдоль координаты. Но, в принципе, так сказать, эти состояния достаточно, так сказать, интенсивно вызывают большой интерес, то есть в определенных экспериментах их пытаются, так сказать, их свойства использовать. В частности, если набрать в Гугле squeeze state, то вы увидите, что количество, так сказать, игр с подобного рода состояния просто очень велико. Вот. То есть, по сути дела, так сказать, вот, на данном этапе для нас это, конечно, интересная такая игрушка, так сказать, кандидат, который позволяет как бы максимально, оставаясь в квантовом режиме, приблизиться к классическому режиму. Ну и, соответственно, так сказать, понятно, что вот этот инструментарий, ну, выглядит, по крайней мере, достаточно полезным. Значит, на самом деле, так сказать, когерентные состояния можно строить не только как собственные, так сказать, состояния оператора уничтожения, но с помощью оператора сдвига, вот, который здесь показан, который позволяет из основного состояния получить любое состояние, которое вот, отвечает на плоскости альфа значению альфа. Вот. Еще что хочется добавить, на самом деле, действительно, вот эти состояния, вот, если посмотреть на... Ну, в этом смысле определение то же самое, вот здесь видите альфа на корень из... То есть здесь альфа размерная. Если бы мы, допустим, использовали определение для альфа, как обычно в квантовой механике используется, то мы корень зарф должны были бы убрать. Но вот здесь это введено только с одной целью, чтобы альфа было одно и то же в квантовом случае и в классическом случае. И, скажем, держать постоянную планку, ну, вообще говоря, неразумно, там, где она не требуется. Вот, значит, что, вот, чем это вот интересно? На самом деле, так сказать, вот, фактически каждое квантовое состояние, вот, можно взять набор состояний альфа, вот, когерентных состояний, они, в принципе, образуют полный набор. Ну, или точнее, даже переполненный набор, поскольку они, вообще говоря, друг другу не ортогональны. В принципе, так сказать, по ним тоже можно раскладывать. Этим, как говорится, в свое время очень интенсивно занимался Глаубер, который построил для целей оптики довольно, получил много результатов, построил хорошую теорию, как с этим делом работать. Ну и, собственно говоря, вот, чуть попозже, это в 70-х годах, Агарвал и Вольф обобщили это для более широкого круга, в том числе механических систем, вот, вот его технику, так сказать. Но я вот, детально, так сказать, входить, скажем, в эту технику, наверное, не буду, потому что это бы потребовало не одно, а это, может быть, даже целого курса, поскольку там на самом деле есть масса относительно тонких вопросов. Вот. Но суть результата состоит в том, что вот, фактически, так сказать, можно, разлагая по этим самым когерентным состояниям, так сказать, наши квантовые состояния, можно в конце концов построить так называемую функцию Винера. Вот в этом пространстве, в альфа-пространстве, которая фактически, так сказать, может описать любое состояние квантовой системы. Функция Винера – это, вообще говоря, числовая функция. Вот. Ну и само по себе это пока мало, как говорится, вызывает, скажем, эмоции, поскольку, так сказать, строго говоря, волновая функция в каждом столе тоже числовая. Да? Но на самом деле это функция, которая зависит от двух признаков. Вот альфа со звездочкой, альфа, так сказать. И вот, альфа, я
альфа со звездочкой, они, так сказать, фактически, так сказать, есть, опять же, можно сказать, что это функция, которая включает в себя зависимость не только от импульса, но и от координаты. То есть, по сути дела, я сразу должен сказать, что, конечно, ничего общего с волновой функцией не имеет, это скорее матрица плотности в таком виде, так сказать, представлена. Вот. Ну и действительно, она вот выражается через оператор матрицы плотности с помощью вот этого самого оператора сдвига, который показан выше. Вот. И вот это... Матрица плотности появилась, у нас какая постановка? Значит, что касается матрицы плотности. Матрица плотности можно отписывать как чистые состояния, так и смешанные. Нет, сейчас. Матрица плотности по определению, это не обязательно термостат, это вообще может быть, вот, скажем, если мы берем, квантовое состояние пси, да, то матрица плотности является вот такой оператор. Поэтому, так сказать, в общем случае, так сказать, если здесь какие-то несколько состояний дают вкладку, тогда это будет сумма по Е, пси. Ну, еще на вероятность. На вероятность. Да, да, конечно. Я здесь, скажем... Просто это не подразумевается. В принципе, у нас может быть не так термостат. Да, да, да. Ну, в общем случае, это может быть родные жи, там, скажем, пси и пси, так сказать, на самом деле. То есть, фактически, термостат, на самом деле, я бы не хотел, как говорится, обсуждать, поскольку, так сказать, ну, термостат, он в каком-то смысле, он предполагает, на самом деле, от термостата остается некоторое соотношение на эти коэффициенты ρ и ж, правильно? Ну, и оно не обязательно может быть задано термостатом, тепловым, так сказать, оно может возникать как-то по динамике, поэтому термостат – это только частный случай. Ну, вот, собственно говоря, так сказать, зная матрицу плотности, мы можем считать среднее для операторов. Вот, точно так же, зная вот эту самую функцию Вильнера, мы можем вычислять среднее от оператора произвольного. Но тут интересный, так, здесь опечатка, здесь альфа со звездочкой. Альфа со звездочкой, альфа должна быть, а не Т. Здесь, к сожалению, опечатается. Значит, вот интересным фактом является следующее, что вот если у нас есть какой-то произвольный оператор, то он, как правило, не содержит в себе, в случае функции Вильнера, не содержит никаких непроизводных, просто тоже является функцией альфа и альфа со звездочкой, и фактически, так сказать, выцеление это дается сверткой, по альфа-альфа со звездочкой, с функцией Вильнера. Вот. То есть, грубо говоря, оператор здесь – это некоторое число. Но в случае, скажем, импульсной координаты, на самом деле это просто импульс P, то есть импульс P в терминах альфа и альфа со звездочкой – это альфа минус альфа концентрированное, так сказать, делить на i. Ну, а координата – это альфа плюс альфа сопряженная тоже, там это другое находится. То есть у меня настоящий оператор, переписанный его через PX, поставляем вместе вот альфа-альфа со звездочкой, ну, и получается оно... Да, это называется вот, альфа-образом, так сказать, оператора. Альфа-образ строится вот по такому вот правилу, как говорится, уже вот здесь входит трейс. С этим же самым оператором сдвига. То есть, на самом деле, способ построения универсальный. И в некотором смысле можно считать как своеобразным фурье отображением, то сказать, но важно, что вот, вместо операторной функции мы получаем часовые функции. То есть, что это фактически означает? Ну, мы привыкли, что операторы, вообще-то говоря, так сказать, величины, которые, так сказать, не коммутируют. Ну, конечно, вот когда мы хотим какой-то оператор
использовать цель усреднения, то мы должны, вот на самом деле, если у нас есть произведение оператора, то вместо того нужно поставить произведение суда, получить образ для произведения, а потом только усреднять. Но это фактически не означает, что если мы хотим произведение P на Q усреднить, то надо сначала, так сказать, для P получить образ, как для Q, а потом сюда поставить произведение. То есть в каком-то смысле это есть ограничение. Но вот с другой стороны, так сказать, фактически, так сказать, оно, на первый взгляд, это действительно выглядит как бы скажем, может быть, даже неожиданно, что вот, усреднение дается, как говорится, свёрток числовой двух функций, но, строго говоря, альфа и альфа со звездочкой, так сказать, они содержат две степени свободы, то есть импульс и координату по отдельности. По сути дела, здесь матрица так и стоит. Это фактически здесь матрица, как что-то по индексам непрерывным. Да? Ну и, скажем, оно выглядит как будто бы свёртка диагональных матриц. Вот. Но что дальше? Дальше, так сказать, на самом деле, так сказать, если мы вот эту технику используем, важно, что мы, конечно, подразумеваем, что нечто подобное мы имеем и для классической динамики. То есть для классической динамики вместо функции Вигнера будет функция распределения. Вот. Ну а для, скажем, усредняемых величин, то соответствующие, так сказать, числения, ну, уже числовые значения классических перемен. Вот. Но вот что тут еще, на что надо обратить внимание? На самом деле, так сказать, хотя вот аналогия это на первый взгляд полная, но строго говоря, так сказать, функция Вигнера все-таки отличается от функции распределения. Она прежде всего, так сказать, в отличие, так сказать, от функции распределения классической, которая либо положительно, либо больше нуля. Функция Вигнера может быть отрицательной, то есть она может как-то осциллировать. И, строго говоря, это причина не позволяет ее считать, скажем, действительно плотностью вероятности, потому что, так сказать, вероятность по определению не отрицательна. Ну и, соответственно, так сказать, вот, что вот, это означает? Это означает, что, вот, конечно, вот эта функция Вигнера содержит, безусловно, всю информацию о квантовом состоянии, так сказать, именно за счет того, что она не отрицательна. Вот, то есть она не обязательно, это, не обязательно положительная. Не является положительно определенной, так сказать. То есть, в принципе, так сказать, это для чего нужно? Потому что если бы она была бы положительно определенна, то явление типа интерференции все бы пропали, правильно? А наличие, так сказать, скажем, знака переменных составляющих, по сути дела, так сказать, есть, как говорится, отпечаток того, что все-таки функция, которая описывает квантовое состояние, она должна иметь составляющие, которые способны гасить друг друга. Она может быть комплексная, правильно? Нет, она действительная. Она действительная? Она действительная. Не очень очевидно, но на самом деле, так сказать, она действительная. Нет, когда вот она является функцией альфа и альфа сопряженной, то тогда можно увидеть, что после комплексного сопряжения она придет сама в себя. То есть, вот, вот это, для, разумеется, в случае вот, и для орбитовых операторов она тоже действительно функция. Вот, и вот и можно просто явным комплексом сопряжения, ну, здесь, конечно, надо орбитов сопрягать. Вот, и потом замена переменных соответствующих приведет к тому, что вы получите, по сути дела, снова тоже. То есть важно, что, хотя она, как говорится, не имеет комплексной фазы, то есть
комплексы. Мы привыкли, что дефилиация всегда подразумевает комплексную фазу, да, для умной функции. Но вообще-то она всегда, скажем, она в состоянии описать интерференцию, вот, то есть все эти явления, которые связаны с ней. Вот. То есть, в отличие от функции распределения, которая в классической динамике никакой интерференции вообще, в принципе, не подразумевает. А там такой и в экспоненте тогда не надо поставить, нет? Сейчас, это тут я, по-моему, нет, по-моему, здесь надо. Ну, то есть ты ее прогоняешь? Здесь на самом деле, ну, я посмотрю, то есть я, может, я печатался. Ну, это знак просто, плюс-минус поменять. Ну, это знак. Ну да, у нас же здесь администрационный плюс, бесконечный знак менять можно. Вот, но, что, как говорится, что, собственно говоря, можно еще сказать? Вот я, это только для осциллятора или... Вот пока та теория, которая излагается, она годится, в общем-то, для любой системы. Я начал с осциллятора для того, чтобы понятнее было, почему, как говорится, откуда эти редкие состояния берутся. Они, конечно, мы их привязали к конкретному осциллятору, но, конечно, так сказать, мы можем разлагать по любому другому набору редких состояний. В том числе и не обязательно. А вот операторы А тогда же в D входят, они другое определение будут иметь или то же самое? Операторы А? Нет, да. Операторы А в этом смысле... Но операторы А... Это импульс, импульс координатор. Импульс координатор, да. Строго говоря, сейчас, действительно, вот там... сейчас собрался. Вот разные осцилляторы у нас фактически, так сказать, отличаются, допустим, разным омега, да, вот, например, да. Что тогда фактически, вот если посмотреть на эту связь, сейчас попытаемся сообразить. Вот. То есть я бы сказал так, что та часть математики, которая относится, собственно, к алгебре А и АКРС, она в этом смысле универсальна. А вот пересчет импульсом и координатом, вообще говоря, зависит от того, какие частоты, так сказать, у осциллятора, так сказать, есть. То есть, вообще говоря, понятно, что если мы взяли вот это самое конкретное состояние не от того осциллятора, то оно бы у нас закрутилось бы с неправильной частотой. Но вот в принципе, так сказать, если вот, как говорится, то есть это не очень привязано к тому, что по этому гиреевскому состоянию и так далее, да? Ну, скажем так, это привязано вот к конкретному, скажем, это фактически некоторое конкретное представление квантовое, которое, вообще говоря, так сказать, ну, некий базис. Который, вообще говоря, по которому можно формально разлагать любую систему, но в каких-то случаях вы получите уравнения движения очень сложные, а в каких-то случаях, когда, допустим, у вас осциллятора совпала частота, то они станут тривиальными. Вот в этом смысле. Понятно, что это фактически, так сказать, как в любом случае гильбертовом пространстве, мы можем выбирать для решения любой задачи любой базис, но в некоторых базисах, так сказать, просто решение будет выглядеть совершенно неудобоваримым и неиспользуемым. То есть мы находимся в базисе не определенной импульс координаты, а оператора альфа. То есть в этом смысле вопрос о том, почему это важно, потому что мы дальше будем нелинейный осциллятор рассматривать. Там. В этом смысле вопрос на самом деле для меня не пустой, который вы задали. Поэтому, так сказать, я хочу как раз подчеркнуть, что здесь идет как бы мы ввели эти альфа-состояния яд осциллятора, но в общем случае, конечно, они могут быть к этому конкретному осциллятору не привязаны. Значит, что дальше? Вот
дальше, так сказать, я вот сейчас могу сделать следующий шаг. На самом деле, вот, нам, говорится, достаточно теперь вычислять, скажем, временную эволюцию для функции Вингера, и мы будем про систему знать все. Вот. И, как говорится, фактически, так сказать, вот то, что мы, по-видимому, на следующей лекции сделаем, это мы будем конкретные операторы сравнивать, операторы Льювиля, так сказать. Ну и фактически, так сказать, эти операторы Льювиля, которые, так сказать, дают уравнение Льювиля для описания эволюции функции Вингера, они как раз нам и будут интересны, потому что вот, разная динамика, она как раз связана с различием оператора Льювиля для классической функции распределения и для квантовой функции Вингера. Но вот мы получим как бы максимально, ну, скажем, наглядном виде, так что разницу видеть явно. Но сейчас я практически, так сказать, подхожу к некоторому заключению. На самом деле, так сказать, вот, оператор Льювиля вот, можно вычислить достаточно, скажем, в общем виде, зная там гамильтониан, ограничение на гамильтониан, вот, как было установлено Агарвалом-Вольфом, должно состоять лишь только в том, что наш гамильтониан должен быть суммой там, конечных степеней для от А и окрестности. Тогда получается такой общий результат, который... То есть это не может быть E в степени А окрест, да? Ну да. То есть, по крайней мере, это не то, что не может быть, они для этого не доказали. То есть в этом случае придется, так сказать, выводить и проверять, так сказать, отдельно. Ну а тем не менее, если, скажем, гамильтониан удовлетворяет, этому тогда мы можем, вот, зная вот, квантовый гамильтониан, построить уравнение Льювиля, так сказать, с таким вот оператором. Вот. Ну и в классическом случае, так сказать, видно, что связь несколько другая. Так, здесь я тут надо тоже немножко, так сказать, подправить отпечатки. Вот в классическом случае другая, но в принципе, так сказать, видно, что вот, зная классический гамильтониан, зная квантовый гамильтониан, мы будем иметь операторы Льювиля в чем-то совпадающие, а в чем-то различающиеся. То есть классики у нас коммутаторы. Классики и коммутаторы отсутствуют, то есть это фактически сводится к тому, что здесь вот производные пропали в классике. Производные пропадают. С H. Вот, ну, видно, что перед ними стоит H, то есть действительно в пределе H равно нулю они вымирают. Вот. Но это как бы вот, у нас фактически осталось только применить, ну и немножечко, как говорится, слов о системе, которую мы будем в следующей лекции изучать. Значит, как говорится, мы будем изучать нелинейный осциллятор с толчками. Вот, фактически, так сказать, от гармонического осциллятора он отличается тем, что еще добавилось квадратичное по числу квантов слагаемое. Вот, оно на самом деле, так сказать, пропорционально h, то есть с ростом h фактически становится осциллятор и более нелинейным, и более квантовым, казалось бы. Но если, скажем, правильным образом интервировать, то классический аналог получается вот такой. То есть фактически вот, мы в параллель обсудим вот эти две системы. Одна из них квантовая, другая классическая. То есть, на первый, как говорится, взгляд особой разницы здесь нет. А это что такое? ЖТ это, вот, это дельта-функция, периодическая дельта-функция, я просто там в одном месте поправил, в другом нет. Значит, периодическая... То же самое дельта-функция. Да, та же самая дельта-функция, то есть фактически, так сказать, получается, вот, что вот это две системы, то есть они, говорится, одна из них
говорится, в классическом пределе, зависит только от классических переменных альфа, а здесь, по сути дела, от оператора. То есть, ну, я думаю, что теперь, как говорится, мотивация, так сказать, выбора вот, линейного осциллятора достаточно понятна, потому что мы имеем очень, как говорится, сходные между собой, так сказать, аналитические, так сказать, представления для гамильтониана. Вот. Ну и, соответственно, так сказать... Что-то не понял. Я взял там N4, там было бы альфа, соответствующей степени. Ну да, было, да, нет, там можно нелинейность увеличивать, там утверждение состоит в том, что вот этой нелинейности уже достаточно, чтобы возник хаос. Вот так. А кубичная нелинейность, там же вроде первая нелинейность, в классическом случае там кубическую было, да? Ну, кубическую не хотелось бы, потому что это асимметрия вот, потенциала и, возможно, неустойчивости, которые, наверное, не очень оправданно, так сказать, включать в такой анализе, правильно? Тем более в квантовом случае, если у нас есть такая неустойчивость, то это будет убегание на бесконечность, которая, с которым придется еще бороться. Ну, если там не включить еще четвертую степень при этом, правильно? Поэтому речь идет фактически о создании системы, в которой, во-первых, а, был бы хаос, б, так сказать, она была бы проста для анализа, и с, так сказать, как говорится, классические и квантовые варианты были максимально близки друг к другу. Тогда можно уже обсуждать те причины, которые существенно, так сказать, ту разницу, которая существенно связана с наличием квантовости и неквантовости. Ну и, собственно говоря, так сказать, целью как раз вот следующей лекции будет состоять именно в этом. Вот. Но нелинейность все существенно, то есть если нелинейность нет, то нелинейность существенно. То есть не будет хаоса. Ну, не будет хаоса. То есть в этом смысле есть как бы вот, есть как промежуточные случаи, то есть есть даже задача о гармоническом осцилляторе с периодическими толчками, но там хаоса нет. Там есть на самом деле вот, там не будет показатель Липунова отличного, так сказать, от нуля. То есть, по сути дела, это в классике. Вот, поэтому, так сказать, эта модель, так сказать, она в этом смысле дает достаточно полноценный хаос, причем вот, в принципе, так сказать, при тех значениях параметра, то есть тут все зависит от толчка, от величины толчка. На самом деле, вот, если приглядеться вот, к классической части этой модели, то она имеет достаточно простой физический смысл. У вас, как говорится, пока нет толчков, у вас частица ходит в пространстве, вращается по кругу, ходит, только частота ее нарастает с амплитудой. То есть, чем больше амплитуда, тем больше частота. Это понятно, что это вот, если мы возьмем распределение какое-нибудь, в котором, так сказать, не будет никаких толчков, так сказать, то оно будет как-то скручивать вот это, оно будет перемешивать, то есть края будут вращаться наружные быстрее, чем внутренние, так сказать, и возникает в известной степени растяжение. Так вот, для того, чтобы возник хаос, нужно еще, чтобы толчок сдвигал смещенные, допустим, наружные слои вглубь, а внутренние слои, которые, так сказать, провернулись меньше наружу, и таким образом возникает как бы перемешивание. Вот, по сути дела, так сказать, если вот, у нас, скажем, достаточно большая частота вращения в классическом случае, то понятно, что вот, с точки зрения, вот, если мы посмотрим на частицу, которая ходит по фазам пространства, ее периодически, так сказать, сдвигают на какое-то расстояние, то это будет фактически, так сказать, означать некоторое случайное блуждание. Ну и легко будет убедиться, что, по сути дела, так сказать, распределение, скажем, если мы возьмем в начале в классике распределение локализованное в центре,
спустя некоторое время, когда, так сказать, средняя частица из этого распределения может уйти на расстояние много больше, чем размер начального распределения, это будет, по сути дела, так сказать, такое гауссовское распределение в пространстве альфа, то есть, или там, если мы как функцию действия будем откладывать, то это будет экспоненциально спадающее распределение. Но то же самое будет получено в квантовых экспериментах, что, кстати, относительно упрощает интерпретацию вот этих результатов. Ну и там, по сути дела, в рамках этой модели мы, как говорится, узнаем именно вот, вопрос, обсудим об устойчивости, об обратимости, так сказать, этой системы по времени. То есть на самом деле, так сказать, о чувствительности к внешним возмущениям. Ну, в принципе, так сказать, мы пытаемся узнать, насколько, так сказать, в каких режимах эта система, так сказать, воспроизводит классическую динамику, в каких нет. Вот, собственно говоря, это будет следующая лекция.